Я младший сержант Хвостиков Илья Александрович, 2002 года рождения, уроженец города Луман. Военнослужащий народной милиции экономики. Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı Rus ordusunun daha 5 hərbiçisini əsir götürüb, 4-ü Luqansk vilayətinin rusların nəzarətində olan ərazisindən, biri isə Rusiyadan olan əsirlərin görüntüləri Telegram kanallarında yayılıb, məcburi şəkildə səfərbər edildiklərini, sonra isə komandirləri tərəfindən atıldıqlarını deyən işğalçı ordunun döyüşçüləri rəhbərliklərinə müraciət edərək dəyişdirilməklərini xahiş ediblər. Əsirlərin görüntülərini təqdim edirik. Okay. 1 числа командир поставил задачу закрепиться в том зоне, а сам остался в тылу. Нас ночью взяли в плен. Уважаемый Леонид Иванович Пасечник, пожалуйста, обменяйте меня. Я хочу вернуться к семье. Я Сотник Вячеслав Сергеевич, родился 25 июля 2004 года. Прохожу военную службу в Народной милиции головы 2-й бригаде 3-го батальона, 3-й батальон 8-го рота, звание лучший сержант. Нам поставили задачу зайти и закрепиться в промзоне. Мы выполнили эту задачу, а командир бросил нас и уехал в тыл. Ночью мы попали в плен. Дорогой Леонид Иванович, прошу, верните меня домой. Меня там ждут бабушка, брат и мама. Спасибо за понимание. Я Сарафанов Андрей Николаевич, родился 25.10.1978 года. Училищном районе Луганской области. 22 февраля начальник службы обманным путем заманил меня в военкомат, где насильственно я был отправлен на службу вооруженные силы Луганской Народной Республики в состав 2-й бригады 8-й роты. Во время службы в городе Садачево-Донецке была поставлена задача зайти в промзону и захватить ближайшее здание. При этом командир роты остался на месте. 1 июня во время ночевки мы попали в плен к украинским солдатам. Уважаемый Леонид Иванович, прошу вас вернуть меня из плена, поскольку я очень хочу домой, люблю свою семью. Я это думаю, Ухой Вадим Александрович. Родился в городе Свердловск 1993 года, 25 декабря. Был насильно мобилизирован, отправленный в город Северодонецк, где командир группы направил нас на курзон, сам остался в тылу. И где нас на ночевке взяли в плен. Уважаемый Леонид Васильевич, прошу вас обменять меня. Я очень сильно хочу вместе. Ерунда. Тебе до України.